По поручению главы республики Рашида Тимрезова в селе Нижняя Ермоловка, которое входит в состав муниципального образования Даусусского сельского поселения, будет проведен ремонт дороги двух улиц. В живописном населенном пункте, расположенном в горной части республики и состоящей из 10 географических объектов, побывала съемочная группа «Вестей» из Нижней Ермоловки. Репортаж Аллы Динаевой. Село Нижняя Ермоловка располагается в живописном месте вдоль федеральной дороги, ведущей к известному курорту Архыз. Здесь проживает 400 человек. Весной этого года жители села обратились к главе республики с просьбой помочь отремонтировать дорогу на одной из улиц. Ее путь пролегает к христианскому кладбищу. Здесь находится небольшая церковь, и на православные праздники сюда приезжает много людей. Есть поручение главы республики о реконструкции данной дороги. Мы планируем в августе месяце дорогу, она длиной где-то метров 350, полную реконструкцию. То есть мы сделаем водосточные канавы, поднимем тело дороги из песчано-гравийной смеси, и сверху мы подсыпем щебеночное покрытие. Это мы планируем в августе месяце это все сделать. Сухую, недождливую погоду по этой проселочной дороге можно без препятствий пройти и проехать, но когда дождь, образуются лужи, и это создает жителям неудобства. В Нижней Ермоловке необычное название улиц, почти как в песне Юрия Антонова «Пройду по Абрикосовой», только здесь Алычевая, и их сразу две, они параллельные протяженностью 350 метров. Между ними протекает речушка Водяная, здесь растут красивые полевые цветы и земляника. Само место очень живописное, здесь находятся базы отдыха, и летом многие стремятся сюда отдохнуть от городской суеты. Алла Динаева, Али Бастанов, «Вести», Карачаево-Черкесия, Нижняя Ермоловка.